ребята, с вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что наконец-то, ребята, 2021 год наступил, и теперь вас ждет уйма новых, самых крутых, самых страшных видео на всем русскоязычном ютубе, ребята. И начнем мы этот год с самого страшного видео. Мы с вами вернемся к нашей доске для вызова духов, ребята, как вы все просили. И сегодня мы будем лепить в 3 часа ночи и вызывать дух сейфа Голова, ребята. Это вам не шуточки, это реальный монстр, который мочит всех подряд. Он реально сумасшедший убийца, и мне реально страшно, ребята. Поэтому прямо сейчас жми и набирай 10 тысяч лайков на моем видео, ребята, и тогда видео будут выходить чаще. Больше лайков, чаще видео, как вы все помните, если вы не забыли. Итак, друзья, давайте уже приступим и призовем сейфа Голова в реальной жизни в 3 часа ночи. Погнали! Как всегда, видео со мной снимает мой оператор Дима. Всем привет! Итак, ребята, сегодня мы подготовили заготовки из пластилина, из которых мы прямо сейчас на ваших глазах соберем сейфоголового. В общем, здесь есть вот этой штукой, короче, я не знаю, как она, ребята, называется, но она реально выглядит жестоко. Только посмотрите, если вот этим концом прямо мочкануть куда-нибудь, например, в голову, то от этого чудовища точно ничего не останется. А это похоже на то, как я отбиваю мясо, типа отбивной, но если ее бить реально по какому-нибудь чудовищу, то ему будет реально больно, друзья. Итак, здесь у нас есть руки сейфоголового, ноги, сама голова сейфоголового, похожая на сейф, и его типа ранец, рюкзак, что в котором он носит всякие свои примочки, с помощью которых он просто всех подряд мочит, друзья. Ладно, давайте его начнем собирать. Так, Дима мне сейчас будет подсказывать, правильно делаю? Да, это голова. Вот она не здесь, а здесь, да? Короче, мы лепим сейфоголового в 3 часа ночи. Самое-самое жуткое начало, ребят, меня реально потряхивает, и мне реально не терпится увидеть, что же получится. Просто говорят, что если ты слепишь сейфоголового в 3 часа ночи, и вообще абсолютно любого ты слепишь в 3 часа ночи, то он придет в твой дом. Так что, друзья, не рискуйте, не лепите никаких чудовищ, потому что, возможно, и в вашу дверь постучится какой-нибудь монстр, например, Тревора Хендерсона. И, кстати, друзья, у меня для вас очень-очень крутая новость. Следующие видео будут связаны с вашими любимыми персонажами Тревора Хендерсона. Это Cartoon Cat и Сиреноголовый. Да, ребята, я заказала на сайте Darknet 2 этих ужасных мистических игрушки, и мы их разрежем в следующих видео. Так что, если ты не хочешь пропустить, прямо сейчас жми кнопку подписаться внизу под этим видео, ставь лайк и жди нового видео. Кстати, расписание есть на баннере канала. Видео выходит каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье, ребята, 4 раза в неделю. Это очень круто, это очень много, и я это делаю только для вас. Ну, конечно, самой мне по приколу. Прикиньте, реально увидеть у себя дома сейфоголового. Мне кажется, если вдруг вам придет сейфоголовый домой, вы просто, ну, как минимум, испугаетесь. Но это нереально, ребята. Такие вещи получаются только у настоящей королевы мистики или у других людей, которые способны к призыванию духов, ребята. Не каждый может это. Так, в общем, мы вставляем ноги. Ноги вот так. И, кстати говоря, сейфоголовый очень-очень-очень высокий. Он выше человеческого роста, его сейф огромный и тяжелый. Представьте, таскать на голове металлический сейф. Он реально, он же еще противо какой-то ударный, противобомбический, поэтому его, ну, как бы сложно даже пробить. Поэтому этот персонаж фактически неубиваемый, потому что, ну, представьте, как можно скрыть сейф, если ты не знаешь кода. Поэтому я не знаю, как мы будем с ним справляться. Короче, ребята, еще вот типа у него вот такой ранец. Можете, кстати, загуглить, кто такой сейфоголовый. Например, прямо сейчас поставьте мое видео на паузу, погуглите, кто такой сейфоголовый, и вы увидите реально страшного. И потом мы узнаем, кто же пришел к нам на самом деле, и придет ли он вообще на самом деле или нет. Короче, вот такой чувак у нас получился. Я не знаю, напишите от 1 до 5, похож ли этот чувак на сейфоголового. Кстати, так, давайте это ему... Это просто как подставка. Поставь ее. Ну что ты, он должен держать ее в руке, короче. Нереальный чел.
смотреть, ребята. И он, знаете, у него еще все это, он же металлический, короче, надо вот эти вот штыри еще нам повтыкать, типа, ну это как, в голову или куда вот это? В антенку. Типа, короче, это типа, короче, металлические какие-то штыри для взламывания. Ну, в общем, для полного этого. В рюкзаке у него, типа, тут какие-то, короче, постоянно торчат железки для устрашения. Типа, как ежика его сейчас напичкаем. Вот. Ну, скорее всего, это будет типа куклы Вуду, друзья. Смотрите, сейчас я еще вот сюда вот ему повтыкаю, вот эти вот маленькие. И мы сейчас попробуем при помощи доски для вызова духов вселить в эту, хотел сказать, резиновую, в эту пластилиновую куклу Вуду, вселить настоящего сейфоголового. Ребята, я жду ваши лайки, давайте соберем на этом видео 10 тысяч лайков, и мы начинаем. Давненько я не прибегала к помощи доски для вызова духов. Те, кто смотрят меня давно, а я уже на Ютубе 3 года, и я умею серебряную кнопку Ютуба, и сейчас мы идем к золотой. Нас уже практически 500 тысяч подписчиков, а то есть 500 000. И я уверена, благодаря вашей помощи мы в этом году доберемся до вершины и получим золотую кнопку. Поэтому давайте поддержим меня, и все у нас будет просто классно. Короче, я его ставлю вот сюда. Погоди, тут еще у меня маски. Так, отлично, все. Смотрите, мы готовы? Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Сейфоголовый, приди. Сейфоголовый, приди. Сейфоголовый, приди. Итак, ребята, сейчас мы поставим эту куклу Вуду сейфоголового. Поставим на его груди знак вселения. И поговорим с ним. Сейфоголовый, ты здесь? Сейфоголовый, ты здесь? Смотрите. Что это? Смотри. Смотри, я не знаю, что он делает. Что он хочет? Не знаю. Сэ, читай. Сме. Господи, что он пишет, ребята? Это просто жесть. Сме. 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 Смерть. 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 Ребята, он написал слово смерть. О, господи, черт. Вы это слышали? Походу, реально, сейфоголовый стучится в наш дом, не слышите этот стук. Подожди, короче, нам нужно оставить куклу. Это кукла Вуду, она должна работать, ребята, прямо сейчас. Мы проверим, действительно ли эта кукла Вуду будет работать на сейфоголового. А вы уже слышите, как он долбится в дверь. Нам нужно спрятаться. Ты слышишь этот стук? Ребята, короче, я буду ждать сейфоголового здесь. Он вот-вот вломится в мою квартиру, ребята. Но он не сможет взломать дверь, и я ему открою, потому что мы реально хотим увидеть реального сейфоголового. Пойдемте, откроем ему дверь. Раз, два, три. Все, дверь открыта, он идет, бежи! Итак, ребята, я слышу, он уже в моем коридоре, друзья, но у нас с вами есть кукла Вуду, поэтому ему до нас не так уж и просто добраться. Черт, ребята, прямо сейчас я положу куклу Вуду сюда. Ребята, вы увидите в реальной жизни, господи, мне самой страшно, черт, вы видите это? О, господи, ребята, нет, это реальный сейфоголовый, о, господи, я не верю в это. О, черт, ребята, посмотрите, у него на башке огромный сейф, и в руке у него точно такая же, вот этот, чем он убивает, ребята, посмотрите, реально у него такая же вещь. Короче говоря, я, ребята, могу против него выступить, потому что у меня кукла Вуду. Стой, сейфоголовый, стой! Стоять! Ребята, я могу им управлять. Иди ко мне, ближе! Ближе иди ко мне! Я могу им управлять, ребята, поглядите. О, черт, ребята, как он похож. Стоять! Стоять на месте! Подними свое оружие, сейфоголовый! О, черт, господи, ребята, вы это видите? Это реально такая же. Парень, это просто, если она ударит по голове мне, мне просто не будет живых, о, черт! Он еще пытается со мною чего-то... А, черт, ребята, посмотрите! Господи!
Господи, дед, стой! Два шага назад! Назад! Я хочу посмотреть тебя! Развернись, ребята, у него еще должен быть офигенный такой, короче, сундук, в котором он носит свои вещи, ребята! Он есть, ребята! Еще повернись! Я приказываю тебе! Слушай, реально кукла Вуду работает, и я могу управлять им. Посмотрите, господи, это реальный сейфоголовый. Посмотрите, какой у него огромный сейф, ребята. И он реально металлический, посмотрите. Здесь скобы и металл. Он реально жуткий, он реально страшный, ребята. Ну давайте уже попробуем его уничтожить. Сейчас я оторву его это оружие и выброшу куклу Вуду. И я надеюсь, что он сделает то же самое. На счет раз, два, три. Ребята, смотрите, я откинула руку, и у него болит рука. Посмотрите, как он мучается, как ему больно, он орет, прям невозможно, как ему больно. Я оторвала его руку вместе с его оружием, господи, это огромная штука, я не знаю, может быть, теперь я могу его прогнать при помощи его же оружия. Итак, ребята, я сейчас попробую его же оружием, его же победить, прямо по голове, раз, черт, два, господи, смотрите, он падает вниз, три, отключайся, четыре, пять, черт, я уничтожила сейфоголового. Это просто нереально. Он реально жуткий, друзья. Прямо сейчас пора от него избавляться. И мы вернемся к доске для вызова духов, чтобы избавиться от сейфоголового. Черт, пока он здесь еще в отключке. У меня есть время. Сейфоголовый покинет этот мир. Сейфоголовый покинет этот мир. Сейфоголовый покинет этот мир. Прощай. Черт. Все. Сейчас мы вернемся в коридор. Что это чудовище? Уже не будет. О, черт, ребята, господи, это сработало. Остались лишь его рука из пластилина и его орудие убийства. Ребята, с вами была Ирина Ясинская. Не забывай подписаться на мой канал и собирать 10 000 лайков на это видео. С вами была я, Королева Мистики. Люблю вас всем. Пока.